this? Это новый Hyundai Ioniq 5 2022 года. Довольно причудливый электромобиль. Про него так можно сказать с того момента, как вы только взглянете на него, поскольку его стайлинг немного неортодоксальный, и вы обнаружите много других фишек, если осмотрите его повнимательнее. Сегодня я буду обозревать Ioniq 5 и покажу вам все это. Итак, давайте поговорим про Ioniq 5. Как я уже говорил, очень причудливый, полностью электрический, даже хоть визуально он и похож на хэтчбэк, задумывалось, что это кроссовер, соперник Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E. Цены стартуют где-то в районе 40 тысяч долларов, а количество лошадиных сил где-то от 170 в базовой модели до 320 в этой версии с двумя моторами и на полном приводе. Что до дальности хода, по словам Hyundai, базовая модель Ioniq 5 проедет где-то 350 километров, тогда как топовая версия чуть больше 480. А что до фишек, ну, дальше мы поговорим о них, и сегодня я все их вам покажу. Сперва я проведу для вас подробный обзор Ioniq 5, покажу вам все его фишки и особенности, затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом оценю его по шкале Дага. После просмотра этого видео обязательно кликни по ссылке из описания, чтобы перейти на автору и заценить, какие модели Hyundai Ioniq на данный момент есть в продаже даже в России. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности Ioniq 5, обсудив то, как он выглядит, поскольку выглядит он необычно. Форма этого автомобиля не то чтобы особо необычная, но эти линии, как вот эта гигантская по диагонали вдоль всей машины, придает ей очень необычную характерную форму, не похожую на другие электромобили и, честно говоря, вообще какие-либо автомобили. Недавно я обозревал Kia EV6, версию этой машины от Kia. Такая же платформа, силовая установка, размер, но EV6 внешне значительно более традиционный. Если хотите чего-то странного, берите Ioniq 5. И скажу, что большинству людей, с которыми я о нем говорил, нравится, как он выглядит. Многие скучные автомобильные дизайны плохо заходят, но этот восприняли в целом позитивно, хоть он и определенно необычный. Помимо того, что форма и внешность Ioniq 5 в целом странные, есть в нем и кое-какие необычные детали, как, например, вот эти задние фонари. Поперек задка растянулась вот эта световая полоса, и она усеяна пикселями, небольшими квадратиками. Да и сама эта полоса прямоугольная. Одна из самых странных штук, связанных с оптикой, что я видел в какой-либо машине. Как видите, когда включаются поворотники, то же самое мигает крупная прямоугольная пиксельная панель. Выглядит очень-очень необычно и дополняет в остальном необычный вид этой машины. И если вы подумали, что задние фонари странные, как насчет передних фар? Они еще более необычны, снова квадратные или, по крайней мере, прямоугольные. Такие, по сути, белые кирпичи смотрят на вас, а после включения поворотников эти кирпичи замигают оранжевым цветом. Очень необычно. Выглядит как нечто пиксельное из видеоигры 80-х. Очень соответствует необычности Ioniq 5. И снаружи еще больше странностей, о которых можно рассказать. Как насчет колесных арок с узором, похожим на вихрь, исходящий от колеса? Очень необычно. В таком причудливом автомобиле нельзя было сделать обычную колесную арку. А как насчет цвета? Hyundai называют его кибер-чирок. Думаю, что он превосходен. На большинстве из оригинальных пресс-фотографий Ioniq изображен в сером цвете, но мне лично больше нравится вот этот такой, то ли голубой, то ли зеленый. Зависит от освещения. Очень интересный, необычный и, честно говоря, соответствует остальной теме этой машины. И если вам нужны еще странности снаружи Ioniq 5, то мы еще не закончили. Давайте обсудим зарядку, ну или люди. Крючок зарядки. Он находится вот здесь. Чтобы его открыть, надо коснуться этих маленьких пикселей. Их там 5, и по форме они образуют квадрат, само собой. Либо можете нажать кнопку на брелоке, как я сейчас, и тогда крючок откроется, явив еще больше пикселей. В этот раз это несколько рядов из квадратов, образующих практически треугольник. На них будет отображен уровень заряда, пока машина будет заряжаться. Но странная часть в том, что к машине прилагается специальный адаптер, который можно подключить и превратить зарядку в обычную домашнюю розетку, что значит, этой машиной можно что-либо запитать. Как, например, я вот сейчас заряжу с ее помощью свой телефон. И таким образом Ioniq 5 становится самой огромной в мире телефонной зарядкой. И, честно говоря, еще и самый дорогой. Я уже снимал видео на предсерийный Ioniq 5. Тогда я подключил к этому адаптеру воздушный компрессор, которым надул пляжный мячик. Возможно, сделать даже так. Если что-то подключается к домашней
мобильной розетки, то это подключается и к Ioniq. Его можно использовать, чтобы питать свои приборы, что бы там ни было. В любом случае, чтобы закрыть этот порт, надо коснуться пикселей сверху, и он автоматически закроется. Неплохо. Но в любом случае, далее мы перемещаемся внутрь Ioniq 5, где все определенно еще более странно, чем снаружи. Начнем с дверного порога. Как видите, на нем написано Ioniq 5, а рядом небольшой квадрат из пикселей. Такие же пиксели есть на дверной панели. Длинный ряд из пикселей. И это только малая часть странностей, которые нам будут встречаться в этом салоне. Забирайтесь, значит, внутрь, и первое, что вы здесь увидите, это торпеда. Оно длинное и плоское, на нем нет никаких изгибов или выпуклостей, как в стиле большинства современных автомобилей. Оно очень простое и плоское. И на нем два больших экрана. Как видите, экран приборной панели позади рулевого колеса, а рядом центральный мультимедийный экран. Необычно, что слева от этих экранов находится вот эта небольшая площадка, похожая на динамик. Но это не он. На самом деле это магнитная панель, на которую можно прилепить магнит. Если вдруг вы того пожелаете, по какой-то причине вам может понадобиться прилепить магнит на торпеду своей машины. Мне такое в голову бы не пришло, но если вам приходило, ну, Ioniq 5 для этого подойдет, поскольку рядом с экраном находится эта магнитная панель. Экран приборной панели очень причудливый. На нем нет традиционных приборов, он просто странный. Что идеально соответствует остальной машине. Ее тема продолжается и здесь. С одной стороны, ваша скорость, с другой мощность, которую вы используете, и отображены они нетрадиционно. Что мне нравится в этой приборной панели, при смене режимов езды Sport Eco нормальный сменится и его отображение. Ни у одного из режимов нет традиционного дисплея. У каждого из них своя странная версия странного приборного экрана Ioniq 5. И это просто-таки идеально. Но давайте пока закончим с режимами и немного поговорим о руле. Он определенно довольно необычен. Как видите, только две спицы по центру, верхние и нижние спицы, как в большинстве автомобильных рулей, тут нет. Это, конечно, странно, но еще более странный его центр. На нем нет логотипа Hyundai, даже не написано Ioniq 5, только 4 пикселя. Здесь снова просматривается его тема. Слева снизу из этого центра торчит вот такая крутилка. Это селектор режимов езды. На самом деле это не крутилка, а кнопка. Нажмите, чтобы переключиться через разные режимы. Также на руле есть вот эта панель с переключателями, управляющими разными функциями, как во многих машинах, стерео и прочее. Кроме того, ими можно управлять системой помощи водителю, которая работает фантастически, в самом деле превосходно. Будет за вас рулить, тормозить, ускоряться, и она отлично со всем этим справляется. Очень простая и легка в использовании, а также отличное преимущество руля в том, что он чувствителен к касаниям. Что значит, у вас нет нужды трясти рулем, чтобы дать машине понять, что вы смотрите за дорогой. Можно просто положить на него руку, и этого достаточно. Вот пара небольших недостатков. Хоть оно и чувствительно к касаниям, коснуться его надо посильнее. Нельзя просто положить на него свою руку, надо прям ухватиться. Кроме того, эта система будет за вас перестраиваться. Это превосходно. Включите поворотник, и она сменит полосу. Большинство автомобилей такого не предлагают за эту цену. Проблема только в том, что он до невероятного медленный. Включаете поворотник, и он мигнет раз 7, прежде чем машина только начнет перестроение. Огорчает, работает, но сделать все самому быстрее. Подозреваю, что большинство водителей так и будут поступать. Но продолжаем с фишками этого салона. Еще одна — это селектор передач, который торчит из рулевой колонки вот здесь. И выглядит он, как вы видите, странно. Устроен тоже странно. Чтобы переключиться на драйв, надо повернуть наконечник селектора вверх, и вот вы на D. Для задней этот наконечник надо повернуть вниз, и вот вы на R. Нейтралка посередине. Чтобы перейти на паркинг, с краю ручки есть большая кнопка P. Нажмите, и вот вы на паркинге. Довольно необычно, и выглядит это, честно говоря, как большая ручка поворотников или дворников, торчащая из колонки. Но на самом деле это ваш селектор передач. К слову, про ручки поворотников и дворников. Должен сказать, что мне нравится, что с краю на них вот такие серебряные наконечники. Фантастический нюанс. Столь многие из этих ручек — это просто дешевый хреновый пластик, что раздражает, поскольку соприкасаетесь вы с ними постоянно. Но автопроизводители, которые обращают внимание на детали, в точках соприкосновения делают вот такие серебристые наконечники. Таким образом, на ощупь они более премиальны, и здесь мне это нравится. Очень хорошее внимание к деталям. И, кстати, к слову о ручках поворотников. В них есть фантастическая функция. Включаете поворотники, и тотчас в приборной панели появляется камера слепой зоны, благодаря которой смена полос становится чрезвычайно простой. И работает это
с обеих сторон. В высоком разрешении очень хорошая особенность, которая есть во многих моделях Hyundai и Kia. Хотелось бы мне, чтобы такое было и в других машинах. Фантастически полезная вещь. Но в любом случае, к слову про экраны, перемещаемся к центральному мультимедийному экрану, и он довольно хорош. Превосходный, очень большой и широкий, интуитивный. Им легко пользоваться, быстро реагирует на ваши касания. Все это важно для подобных систем. Также на него можно одновременно вывести множество вещей, чтобы и карты, и радио были на одном экране, что значит, вам не надо перемещаться между экранами для тех или иных настроек. В этой машине такое есть. Еще мне нравится камера кругового обзора этой машины. Или камера периметра, как бы вы ее ни называли, с помощью этой штуки можно посмотреть на машину снаружи. С любого нужного вам угла, как будто небольшой дрон летает вокруг машины и помогает вам с парковкой в особо тесных местах. Фантастически хорошее разрешение, одна из лучших камер, что я видел. Хотя есть в этой мультимедиа и несколько недостатков. Во-первых, домашний экран. Он не особо хорош. Вот он и сделали его таким скорее художественным, нежели функциональным. На нем не так много полезной информации, и на нем особо ничего не настроить. Чтобы что-либо сделать, вам придется смахнуть его, чтобы перейти на экран с меню. Также еще один недостаток этой мультимедийной системы. Они интегрировали регуляторы подогрева сидений в экран. И доступ к ним, на удивление, непрост. Чтобы включить подогрев сидений, сначала надо нажать на эту кнопку подогрева на климат-контроле под экраном. Это выведет на экран меню с подогревом сидений, и там уже вы можете его включить. Это процесс из двух шагов. Бывает, что в автомобилях интегрируют подогрев сидений в экран, но он всегда на одном месте, и достаточно одного нажатия. Здесь не так. Тут надо пройти через два шага, это неудобно. То же самое с подогревом руля. Сначала нажмите на кнопку Warmer, и только после этого вы сможете включить подогрев руля. Лучше бы они так не делали, и, честно говоря, им было не обязательно. Климат-контроль, как видите, отделен от экрана и находится ниже. Это хорошо, очень удобно, но там есть место, куда можно было бы добавить и обогрев сидений, и обогрев руля. Вот только они решили так не делать. Особенно это огорчает, потому что в Kia EV6, как я уже говорил, это, по сути, версия этой машины от Kia. Там на центральной консоли есть кнопки как для подогрева сидений, так и для подогрева руля. Можно на них просто нажать, готово, и не нужен никакой экран. Но в любом случае, далее переходим к следующим фишкам этого салона. И их много. Во-первых, на дверных динамиках есть вот такой необычный орнамент. Вот он, маленький динамик со странным орнаментом. Этот орнамент появляется и в других местах. В отсеке на центральной консоли, и ее дно также покрыто этим странным и необычным орнаментом. То же самое с держателями стаканов. В них вы обнаружите такой же причудливый орнамент, который соответствует причудливости этого автомобиля. И, к слову, о центральной консоли. Следует отметить, что ее можно двигать вперед и назад. Просуньте руку под держатели стаканов и можете подвинуть всю консоль, так, чтобы она была в наиболее комфортном для вас положении. Сильно ее не отодвинуть, но немного можно. Думаю, что это вполне полезно и интересно. Также насчет центральной консоли стоит отметить, что там есть площадка беспроводной зарядки, само собой очень удобно, и парочка разъемов USB. Довольно необычно, но это USB-A, а не USB-C. В футуристичной, странной Hyundai нет последних USB-технологий. Ну и так сойдет. И, кстати, давайте на секундочку о сиденьях. Видите эти пиксели на коже? Довольно причудливо и интересно. То же самое с пикселями на спинке, ниже подголовника. Там еще больше пикселей этого пиксельного автомобиля. И вот еще одна интересная и примечательная вещь, которая находится вот здесь. Я так полагаю, это поддержка для ног, вроде как для бедер. Ее можно выдвинуть, чтобы в длинных поездках вам было поудобнее, хотя она не так уж и сильно выдвигается. Не совсем уверен, как и чем она вам может помочь, но она там есть, если вдруг по какой-то причине вам такая нужна. В любом случае, далее мы перемещаемся на задний ряд Ioniq 5, и должен сказать, он огромный, впечатляющий, массивен. Передняя пассажирская сейчас настроена под меня, и у меня тут куча места. Очень просторно. И это важное преимущество электромобилей. Спереди у вас нет массивного двигателя, он не занимает пространство. Колеса можно вынести подальше вперед, освободив место для пассажирского отсека. Что, собственно, здесь и сделали. Много места и спереди, и сзади. При том, что автомобиль не такой-то и большой. Тут больше места, даже если сравнивать его с другими электричками, модели Y, ID4, Mach-E, впечатляюще большой задний ряд.
Притом фишек в нем особо-то и нет. Нет регуляторов климат-контроля, это немного огорчает, хотя есть вот эти вент-отверстия. Неплохо. Еще пара USB-разъемов, тоже неплохо. И еще мне нравятся солнцезащитные шторки на задних дверях. Поднимите и установите их на место, чтобы, например, укрыть вашего ребенка от солнца. Хорошая вещь. И еще тут есть несколько фишек, как спереди. Например, небольшие пиксели на дверной панели. И небольшие пиксели на дверном пороге. Чтобы вы не забывали о том, какой причудливый и странный у вас автомобиль. Но в любом случае, далее мы переходим к багажному пространству IONIQ 5. Открываем заднюю дверь, и вот он, багажник. Я бы сказал, нормальный, не особо большой. Глубокий, но его пол достаточно высоко. Кроме того, этот покатый дизайн крыши определенно крадет пространство. Высоких предметов сюда не погрузить, так что он относительно практичный, но не огромный. Стоит отметить, что если убрать пол, то место станет больше. Пол на самом деле полностью вынимается, под ним есть еще немного пространства. Либо можете вернуть пол назад и хранить под ним какие-то небольшие предметы, чтобы они не катались по основному багажнику. Вот так выглядит багажное пространство IONIQ 5. И далее, если вас интересует дополнительное багажное пространство, то оно есть спереди. Тут есть один маленький дополнительный отсек. И чтобы в него попасть, нужно потянуть за ручку в водительском ножном колодце, как будто бы вы открываете капот, тяните, отсек отпирается, вы можете его открыть, и перед вами предстанет эта большая пластиковая коробка, на которой написано EV. И я так понимаю, это чтобы вы не забыли, что машина электрическая, если вдруг вы запутались и ищете, где находится двигатель. Но в любом случае, открывайте эту коробку EV, и в ней находится небольшой отсек. Не особо большой, не особо глубокий, в нем не так много места, но можно там хранить кабели для зарядки и прочие штуки, если вдруг сзади у вас на них нет места. Ладно, раз уж мы спереди, давайте обсудим силовые установки этого автомобиля. Есть три разных варианта с лошадиными силами. Базовая модель заднеприводная с мощностью 170 лошадиных сил. Эта версия еще не вышла, но уже на подходе. Стоить она будет около 40 тысяч долларов. Следующей в модельном ряду идет версия среднего уровня с мощностью 225 лошадиных сил и таким же задним приводом. Цены стартуют где-то от 45-46 тысяч долларов, и в ней самая большая дальность хода среди моделей IONIQ 5. Чуть больше 480 километров на одной зарядке, довольно неплохо. Если вам нужен полный привод или дополнительная мощность, вам придется подняться до этого топовой версии. В нем 320 лошадиных сил, довольно здорово. И, как я уже говорил, это полный привод благодаря двум моторам, хотя дальность хода у него чуть ниже, чем в среднем версии, где-то 420 километров. Довольно неплохо, но есть в этом сегменте варианты и получше. Хотя 320 лошадей — это довольно сильно. До сотни он разгоняется чуть дольше 5 секунд, а это довольно хороший показатель для маленького или среднеразмерного компактного кроссовера. Одна из причин таких показателей ускорения — крутящий момент. Если взять 320 лошадиных сил, то вы получите еще и 610 ньютон-метров крутящего. Это уже на уровне заряженных машин. Ну и к слову про батареи и силовые установки этого автомобиля. Давайте секундочку обсудим зарядку. Одно из преимуществ IONIQ 5 — это быстрая зарядка. Если вы сможете найти подходящую зарядную станцию, то машина зарядится с 10 до 80% быстрее, чем за 20 минут. А это исключительный показатель. Он зарядится практически до конца быстрее, чем за 20 минут. Не так уж и долго. Так что это еще одно преимущество IONIQ 5. Он заряжается намного быстрее большинства соперников, только если вы найдете подходящую зарядную станцию. Итак, это были фишки и особенности нового Hyundai IONIQ 5. Теперь пришло время выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Не забудь кликнуть по ссылке из описания, чтобы заценить, какие IONIQ-и есть в продаже на Авто.ру. Ладно, введу IONIQ 5. Я раньше уже делал обзор на IONIQ 5, но то был предсерийный. Я на нем не ездил, да и работало в нем не все. Но вот теперь я здесь и веду IONIQ 5. И едет он... нормально. На самом деле фишки и особенности — это самая интересная его часть. То, как он едет, это уже... не так интересно. Я так говорю даже несмотря на тот факт, что в нем 320 лошадиных сил и 610 ньютон-метров крутящего. Это вполне существенные показатели. Но при том, он не такой захватывающий, как некоторые другие автомобили. Втапливайте.
Ну, довольно шустрый, особенно со старта. Эта машина не особо быстрая, когда вы уже разогнались. Я даже на самом деле удивлен, если выжать газ на сотне, он покажется шустрым, но не прям уж безумный или исключительно быстрым. Ничего такого. Но со старта он относительно быстрый. Проблема в том, что рулится он... Ну, то есть это и не проблема, но управляемость не такая хорошая, как это ожидается от спортивного автомобиля Ford Mustang Mach-E, и едет лучше. Более захватывающий, волнующий. Ездить на нем значительно веселее. И я думаю, что это просто так. Эту машину такой не представляют, поэтому вроде как в этом нет ничего плохого. Он не задумывался, как заряженный электрокроссовер. Это обычный электрокроссовер, в котором побольше мощности. И так же, как модель Y, ощущается он относительно шустрым со старта. Но не обязательно захватывающий или волнующий в плане управляемости. Но с учетом сказанного в плане ощущения от вождения, есть в Ioniq 5 кое-какие отличные преимущества. Во-первых, внутри тихо, особо ничего не слышно. Это хорошо, многим это нравится. Кроме того, посадка тут повыше, чем можно было бы подумать. Что, кстати, относится и к Kia EV6. Снаружи они выглядят как маленькие хэтчбеки, но внутри ощущаются иначе. Есть что-то от кроссовера, конечно, вы не настолько высоко, как в некоторых других кроссоверах и внедорожниках, но вы выше, чем в седане или вроде того. Думаю, что многие покупатели в таком заинтересованы, хотят сидеть чуток повыше. Вы, конечно, расположены не очень высоко, но учитывая то, какой он снаружи, то посадка чуть выше, чем вы могли бы подумать. Еще тут относительно комфортно. Это не высококлассная супер-безумно-люксовая машина, но тут комфортно. Сиденья комфортные, едет податливо и мягко, ощущается неплохо. Притом, честно говоря, главное в Ioniq 5 то, что снаружи он странный, внутри он странный, но в том, как он едет, уже ничего необычного. Такова задумка этого автомобиля. Это не безумная тачка для автолюбителей. Я думаю, он для тех, кто хочет выделиться, купив немного странный и особенный электромобиль. И не для тех, кого в первую очередь интересует то, как он рулится, управляется или характеристики ускорения. Но скажу вам, эта машина выделяется. Странный, интересный и причудливый автомобиль. И электромобили, знаете ли, в целом немного странные, а эта машина вышла на несколько иной уровень необычного, и думаю, что многим покупателям электричек он зайдет. Даже хоть он и не предоставит им особо захватывающего и волнующего вождения. Итак, это был Hyundai Ioniq 5. Это очень интересный и необычный автомобиль, уж точно, но в нем есть и много хорошего. Технологии, пространство в салоне, на удивление приемлемые характеристики, хороший стайлинг, который, ну, скажем, не так ортодоксален, но в целом приняли его хорошо. Если вы подыскиваете электрокроссовер, определенно это должен быть в вашем списке. А теперь пришло время оценить Ioniq 5 по шкале Дага. И вот шкала Дага. 65 из 100, что размещает Ioniq 5 здесь среди других электрических соперников. Ioniq 5 побеждает своего собрата Kia EV6 на 2 очка. Hyundai лучше выглядит и, честно говоря, круче, из-за чего и побеждает. Но что еще интереснее, так это то, что он сравнивается с Mustang Mach-E, а это превосходный золотой стандарт этого сегмента. Обе машины интересные и высокотехнологичные. Mach-E немного интереснее в вождении, Hyundai же круче выглядит. Но благодаря обеим этим машинам будущие электромобили выглядят занятнее.